Уверенное владение удочкой, командная работа и немного удачи. В Солигорске прошел турнир-фестиваль «Patch of Games». По словам организаторов, акватория нашего района идеально подходит именно для проведения таких мероприятий, а потому желающих принять участие оказалось немало. 25 команд-участниц, 2 тура и никаких предварительных тренировок. Такими были условия. Команды профессионалов, любителей и юниоров. Разные категории, разные критерии оценки. Например, Устинка Реза участвует практически во всех соревнованиях. Несмотря на юный возраст, парень подходит к любимому занятию основательно. Рыболовный стаж 3 года. Спиннинговое соревнование, береговой спиннинг. Рыбалка очень увлекательна. Есть школа в Солигорске. Как-то все началось. Поехал в деревню на рыбалку и все. И после того началось и поехала. Сейчас в команде РВР юниорской. Почти всегда принимаю участие в любых соревнованиях. Бок о бок с юниорами, которые пока только делают первые шаги в сторону настоящей рыбалки, соревнуются и те, кто уже не единожды показывал свой талант и профессионализм. Такое соседство – это не просто попытка расширить рыболовное комьюнити, но и возможность повышать рыболовную этику каждого, кто приходит порыбачить. Настоящие рыбаки строго придерживаются правил здоровой рыбалки. Большая часть рыбы по завершению турнира отпускается. Такая практика на соревнованиях разного уровня. К слову, наши солигорские парни знают об этом не понаслышке, ведь именно наши ребята стали победителями на республиканских соревнованиях. Сегодня чемпионы уже готовятся к отборочным турам в сборную Беларуси для участия уже на международном уровне. В чемпионате участвуем уже 6 лет. В Солигорске у нас есть команда 3xBet, Легион. Раньше были просто Легион, сейчас у нас есть спонсоры 3xBet. Первый этап проходил на Микашовском канале. Там мы заняли командное 3-е место, и я в личном зачете был первый. Второй этап проходил на Вилейском канале. Мы были настроены, ездили на тренировки, заняли первое командное место, и в личном зачете я тоже занял очередное первое место. По итогу чемпионата мы стали чемпионами как в командном зачете, и в личном зачете в Республике Беларусь. Очень много тренировок, понимание водоема. Ну, в основном это рыбалки, которые дают опыт и понимание рыбы, что нужно делать в какой-то момент. Больше интересно как спорт, это и адреналин какой-то, и очень много людей собирается, и накопление опыта. Также приглашают на чемпионат мира на отборы за сборную Республики Беларусь участвовать. Ну, интересно. В конце соревнований подвели итоги. Первое место заняла команда «Гольфстрим» – Зубко Сергей и Колдычевский Николай. Второе место у солигорской команды РВР – Карпович Сергей и Шершень Александр. Третьими стали «Фиш Магнет» – Шамко Дмитрий и Бращук Александр. Победителям были вручены памятные подарки и дипломы.